определиться с будущей профессией поможет «Билет в будущее». Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов дает возможность ребятам нашей республики прикоснуться, еще будучи учениками, к профессии, о которой они мечтают с детства. На площадке Карачаево-Черкесского медицинского колледжа мальчишки и девчонки попробовали себя в качестве медработников. Как проходят практические занятия, узнавала Александра Коваленко. Сегодня на площадке Карачаево-Черкесского медицинского колледжа практические пробы проходят по трем направлениям. Это лечебное отдело, медицинский социальный уход и медицинский анализ. Попробовать себя в роли медика и понять, является ли желание выбрать этот путь точным, может каждый желающий школьник. Дети 6-11 классов регистрируются на площадке «Билета в будущее» на сайте. После этого они проходят от 1 до 4 тестов, онлайн-тестов. И после этого они получают доступ на практические мероприятия, регистрируются на практическую пробу непосредственно вот на данную площадку, они дети зарегистрировались. Параллельно с ними регистрируются их родители, подтверждают регистрацию своих детей. И дети в определенный день, когда назначено мероприятие, приходят на площадку и пробуют себя в профессии. Ученица 7 класса 9 гимназии Черкеска Джоана Пхешкова уверена, что станет врачом-кардиологом. Будущий специалист знает, что в этом направлении ей будет необходимо диагностировать заболевания, лечить, предупреждать болезнь, а также заниматься реабилитацией пациентов. Поэтому практическое занятие, где будущие медики изучили виды костылей, ходунков, которые так необходимы пациентам с последствиями мозгового нарушения, пришлось очень кстати. Я хочу стать будущим кардиологом. Для меня все, что здесь происходит, это очень важно, так как каждому медицинскому работнику это нужно знать. Профессиональная проба начинающего уровня по компетенции лабораторный медицинский анализ позволила школьникам ознакомиться с микроскопами, узнать, как проводятся гематологические, гистологические, а также микробиологические исследования. Несмотря на то, что Мурат Джанкёзов еще пока шестиклассник, будущую профессию он для себя уже определил. Я сегодня пришел, чтобы научиться первой помощи людям, и я хочу стать хирургом, чтобы помогать людям, чтобы они жили долго и счастливо, веселились и не болели. В рамках компетенции «Лечебная деятельность» школьники овладели такими практическими навыками, как измерение веса, роста младенца, а также окружности головы. Те дети, которые сюда пришли, они хотят в дальнейшем стать врачами. И, возможно, следующие манипуляции они будут посложнее, потому что здесь будет сердечно-легочная реанимация, измерение артериального давления, там, искусственная вентиляция легких. Они очень хорошо, очень четко все отработали, решили задачу. В общем, все очень хорошо. Подобные практические занятия помогают школьникам осознанно подойти к выбору профессии к окончанию школы, что является одной из главных задач проекта «Билет в будущее». Александра Коваленко, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.